Вот и мое новое видео, короче. И только что я опять записала два новых ТикТока, но опубликовала только один, получается. В общем, это опять о трансгендерах. Вот. Одно видео ТикТок, которое я не залил еще, о том, что, возможно, я думаю, что трансгендер больше, ну, трансгендерные женщины, трансгендерные мужчины, больше проявляет и показывает гендер, чем цис. То есть истинный гендер у трансгендерных более осознанный. Вот о чем я говорю. То есть трансгендерная женщина больше женщина, чем цисгендерная женщина. Вот о таком мнении высказала, что-то сказала, но я его пока не загрузила на ТикТок. Вот, загружу потом. Пока я загрузила только одно. Чуть-чуть иное. То, что я, как я назвала его, маскулинность, это феминность тоже. Вот. Недавно публиковала видео о красных драконах. Ну, красные драконы, там тоже гениталии туда-сюда. Такое прям образное видео получилось, мега. Не знаю, как там будет дальше. Вот. Ну, вот такие дела. Записываю. Вот. Вчера рассказала, призналась, что я трансгендер, родственникам, которые приехали. Как-то отреагировали абсолютно нормально, спокойно. Вот. Вообще абсолютно. Но хочется, конечно же, на море. Кстати, я ничего не купалась на море, как девушка. Вот я хочу в этом топике купаться. Вот. Но без личика, разумеется. Так что, да. Ну и вот в этих шортах, короче. Вот так. Сейчас. Вот так. Вот так вот хочу, конечно. Но пока не знаю, как это будет, как еще. Просто ходила на море, пеклась на солнце хорошенько. Очень сильно сгорелась. Ну, вообще достаточно. Вот нос у меня проходит красный. Лицо вообще, и руки были очень красные. И, короче, вот так. Но сейчас уже намного лучше смотрю. Вот такие дела. Ай, вот. Так-то сижу дома. Но вообще не сижу. Сейчас дома сижу. А так в последнее время вот выхожу, здесь меня гулять тоже. С родственниками классно. Вот. Вот то, что приехал ко мне, получается, родственник к нам, Андрей Силин. Вот это, наверное, действительно самый умный человек за последнее время, который я встречал, и вообще, может быть, вообще за все время. Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, никто ничего сказать не может, а он может расписать это прекрасно. И он действительно эрудирован, вот в чем суть. И у него это органично переплетено. Это очень здорово, это для меня редкость, на самом деле. Вот, ну, вот действительно умный человек, вот первый, действительно, на моем веку, вот, в Новороссийске, в Рюмендольфе, как я его еще называю. Вот, вот так вот, такие дела. Вот ТикТок хочу, конечно, планировать расширять, развивать. Вчера еще, помимо прочего, я услышала такую новость, что YouTube-канал хочет все-таки удалить каналы, которые будут слабо монетизироваться, вот в чем суть. И это очень плохо. Потому что у меня вообще нет партнерской программы на моем главном канале Масталаниду, который я заполняла конкретно, для меня безумно важен. И на Максим Ван Сталаниду, и на вот этом новом, Мэуся Айс Каунтри. Вот. И, ну, я думаю, это как-то протестная новость, она как-то один раз пикнула и больше не появляла что-то. Думаю, возможно, так и не будет. Вот. И надеюсь, нет. Я думаю, надо придумать другой подход. Это неправильный подход. Это, честно, неправильный подход. Вообще. Вот. Он много чего отрицает, отрицает в пользу вообще того, что не к искусству и не для искусства деньги. И я думаю, они умные, придумают другой подход, другой способ. У меня даже в голове уже есть какая-то отдельная категория YouTube, другая площадка. Сервис полнится, но я думаю, это другое. Думаю, нет. Вот. Я думаю, там все можно распоставить по местам. И таковой проблемы нет, я думаю, очень плохо то, что они хотят вот так вот делать. Но эта новость была 19 года ноября, это как я прочитал, так что не знаю. Но нужно, разумеется, спасать свои вещи, свои каналы, они для меня очень много важно значат, безумно. Я в них очень много времени и сил вкладывал, это моя гордость, это моя жизнь, много, потому что ради этого я, можно сказать, долгое время жила и вообще готова была умереть даже так, даже вот такими словами. Это очень важно для меня. И мне важно очень именно нахождение этого всего именно на YouTube. Вот, говорю, ТикТок принести. Но ТикТок 60 секунд, а у меня фильмы 2 часа, 6 часов. Это нужно все сохранить и тому подобное. ТикТок, разумеется, тоже буду развивать. Тоже невероятная платформа, крутая. Китайцы вообще молодцы. И Huawei вот этот телефон, что записан, мне он безумно нравится. Кстати, на него надо поставить стекло, у меня его до сих пор нету. Вот. Так что да, нужно как-то спасать, думать, размышлять насчет. Да, наверное, будет все в принципе в порядке с моим каналом. Вот, с моими каналами. Да.
Ну, мне нужно будет потом записать партнерскую программу, поставить монетизацию, вот это все дело. Хотя я много делаю роликов без этого, где много всякой музыки, которая мне отключает монетизацию. Вот. Ну, там уж посмотрим, как будет дальше. Короче, вот в последнее время ношу свои старые очочки, которые когда-то подарил мне мой стародавний друг Кирилл Олейник. Не знаю как. Но они такие солнечные, Лос-Анджелес, Калифорния. Вообще крутые. Вот. Может быть, сделаю частью своего образа, а может нет. Ну такой почти Джон Леннон, если бы не был бы столь феминным. Да. Джоанна Леннон. Вот так вот, короче. И все такое все желтое, солнечное. Вот. Но очки зачет. Зачет. Мне нравятся круглые очки. Я давно их ношу, круглые очки, очень люблю. И еще с 12-13 лет. Многие не понимали этого из-за меня, за Гарри Поттером, Липсом, как только не называли. Вот. Но круглые очки это стильно очень. Я бы хотела бы такие, у меня зрение все окей, все в порядке, но я бы могла бы и давно хотела такие, то есть с прозрачной линзой, не для зрения, и ходить вообще, по-моему, зачетно. Вот так вот. Да. Инстаграм я наконец набираю подписчиков, но 70 подписчиков, все равно почему-то те, кто на него пофиг забили, хэштегов не ставят, ничего не делают, у них почему-то подписчиков больше. А вот я, который всех фоловлю, лайкаю, комментирую, с хэштегов ставлю, развиваю контент, делаю очень интересные фотографии, по мнению, блог, подписчиков нет. Не знаю, как они придут в конечном счете, но хотелось бы. ТикТок, я вижу, по-моему, все-таки приманивает. ТикТок, там очень великолепный трафик, идут лайки, идут подписки, и там он связан с Инстаграм, поэтому многие могут прийти подписываться оттуда. Мне очень нужно это. Вот, кстати, родственники говорили, то, что они уже не удивлены, потому что там у одной подруги, получается, жены Андрея Силина, ну, понятно, а Наташа, у нее подруга, там у нее, получается, сын трансгендер. Вот, и очень интересный, зовут Евгений Шорыгин. Вот, и я, он говорит, публикуется, вот он, короче, лекции какие-то делал по этому делу, которые я обязательно послушаю. Вроде как я мельком проглядел, и неплохо. И у него есть статья на The Village, очень неплохо, хороший, очень полезный человек, который только точно сделает очень хорошие плоды и вещи для этого, для ЛГБТ-сообщества, для транслюдей, квир и тому подобное. Очень здраво рассуждает, очень умный человек, и, короче, очень молодец, очень умный, и это классно. Но не выглядит как девушка. Говорили, что он, подчеркиваю, как раз какая-то андрогинность и тому подобное. Я думал, он гендерфлюид, но мне не сказали, не говорили об этом. Я гендерфлюидная, эргендерная девушка, если так себя отмечивать. Вот. То есть у меня тоже есть вот этот переходные этапы. Но вообще, говорю, оно, гендерфлюидность должна быть все-таки в едином ключе, не должно быть переходным. То есть мужчина, женщина, ну, мужчина, андрогин, женщина, вот такая тема. Должно быть все оно в одном, и у меня сейчас как-то так состыкуется, когда я осознала свой внутренний гендер, то есть эргендерность. Вот. И теперь он у меня как-то объединился, теперь я как-то комфортно себя чувствую и тому подобное. Вот. Такие дела. Ну, эргендерность я уже говорил, писала что-то, что такое. Я хорошо рассказала об этой теории своей, но я ее еще все-таки нужно объяснять получше. На примерах я этим займусь и потом сделаю такое же видео чтение этого всего. И в ТикТоке я обязательно буду делать об этом. Вот. Такие дела. Вот так вот. А он говорил то, что причина трансфобии, гомофобии заключается в том, что просто люди не задумывались с гендерной, о своем вообще о гендере, о поле, что это такое и тому подобное. Нужно только дать знания, тогда что-то поменяется. Это так, я согласен с этим. Вот. Трансгендерные люди, они вот реально думали об этом, осознавали эти вещи. Вот. А цис нет. Вот. И поэтому трансгендерные как-то больше гендер считается больше понимания в осознанном, чем у цис. Вот. И это важно. Я думаю, еще дисфория трансгендерных людей по большей части заключается не в том, что их тело там может быть маскулинное или феминное, а в том, что неприятие общества. В этом ключ самая большая суть дисфории, именно из-за неприятия общества. На самом деле, если бы не было бы такое фобное общество, и у них были бы руки маскулинные, они бы в лифчике были туда-сюда, и были бы такие мужики, я не знаю,
Оно было бы не они бы из этого не страдали. Просто это было бы, поняли, ну, есть девушки, они более маскулинные туда-сюда. Все хорошо, мне приятно чувствовать. Просто вот это вот непринятие как человека, как персона, вот это и есть ключи сварения. Они хотят это сделать себе более феминно, чтобы свободно уже, как сказать, себя ощущать девушкой. А маскулинность не принимает, она не дает, и поэтому так. То есть, по большей части, да, я думаю, дисфория кроется не в теле, а получается в обществе. Нужно порешить проблему гомофобии, трансфобии в среде. Вот, показать, объяснить, что такое гендер, пол, это хороший способ. Вот, и тогда будет все проще, лучше, легче. Потому что даже несмотря на то, что человек может полностью выглядеть как девушка, сделал операцию, он полностью девушка абсолютно. Может использовать, опять же, дисфорию. Ну, то есть опять недоволен телом и тому подобное. То есть тут по большей части, по-моему, все-таки дело в социуме. Не могу это сейчас хорошо объяснить, но вот в социуме, по-моему, ключ, самая большая суть. Вот такие дела. Такие дела. Нужно решать. А маскулинность, конечно, она и феминная тоже. Вот. Гениталии не определяют пол человека. Нисколько. Если бы это было бы так, то почему тогда, если много женщин с пенисами? То есть, вот у него пенис, как говорится, что он мужчина, типа, но выглядит как девушка, у него внутренний мир женский, ориентация женская, все женское. Почему тогда? Вот если определяют, такого не должно быть. Потому что гениталии не определяют пол. Определяет другое. Я ввела понятие как эргендерность. Это определяет плотность создания, которое определяет идентичность, там, ну, внутренний гендер. Гендера, как-то так. Вот. Такие дела. Ну вот, вот так вот, ладно, короче. Я не буду много делать. Я хочу, чтобы блоги были небольшие. Вот, чуть-чуть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я не знаю, кто смотрит это видео, оно будет на английском, на русском. Я долго задумываюсь уже над тем, чтобы название все-таки делать на русском языке. Потому что я говорю на русском, я так больше привлечу аудиторию и тому подобное. А так будут попадать англичане, американцы, они не понимают, что я говорю, и малый шанс, что они на меня подписываются. Только из-за формы, может быть, какой-нибудь кинематографической внешности. Но это вот я понижаю риск аудитории поднятия и тому подобное. Поэтому надо на русском, наверное, все-таки делать. Но я долгое время просто любила писать на английском, потому что я по большей части, по-моему, люблю латиницу, а не кириллицу. Я долго думаю, может, напишу русские слова русским латиницей, да? Но так вообще ничего не даю на какую аудиторию, наверное, вообще. Вот поэтому надо, наверное, на русский переходить. Ну, не знаю, как я подпишу это видео, но тем не менее. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне будут важны любые комментарии, какие угодно. Мне очень интересно это смотреть, читать, какие бы они ни были. Заставляет задуматься, это очень здорово, и я очень люблю это. Так что ставьте комментарии, пишите, подписывайтесь. И отписывайтесь, и смотрите мои предыдущие проекты, если будет интересно. Исследуйте, у меня там много всего в интернете. Хочу, думаю, над Твиттером задумываюсь. Над Стелланином. У меня был Твиттер, как Максима Кейфмана. Это другая вещь. Но теперь я хочу реально заняться Твиттером. Я думаю, буду писать записи, если какие-то на английском, в Фейсбуке. Ну и в Телеграм на русском, как заметки, которые перечитываю туда-сюда. Но я думаю, Facebook будет место, где будет центр, где будет объединяться все, что у меня есть. Да, только объединяющие вещи. И вот я могу писать в Твиттере, это будет там, где буду только писать. А потом просто поделиться в Facebook, и все, в Фейсбуке будет запись. Думаю, на Твиттером создать. Вот. Ну ладно, короче, все. Пока. Спасибо за просмотр. А, кстати, еще хочу сказать. А может, не скажу. Я хотела сказать о том, что феминизм и борьба против расизма, они стали так почти что неразрывно связаны с ЛГБТ. Вот, почти неразрывно. Я вот думаю над тем, чтобы действительно это все вещи разумно объединить вместе с ЛГБТ. Но я уже не хочу добавлять много букв. Я бы хотела бы взять одно слово. Я его придумала. Но я сейчас не вспомню, потому что оно у меня записано, мне надо заучить. Ну, короче, да, объединить. И там флаг такой просто находил уже в какой-то момент, уже кто-то задумался над этим. Как-то, ну, просто показать, но не объединили. Сделали, как бы, негров, афро, присвоили, ну, добавили к ЛГБТ, вот. И флаг такой изменили, радугой, как бы черная, коричневая полоска. Вот я взяла такой флаг и тому подобное. Просто задумаюсь, что феминизм и борьба против расизма, она уже почти неразрывно связана с ЛГБТ. Это больше, чем там вопрос человечества. Ну, в общем, да. Задумайся. Потом еще скажу об этом. Короче, все. Пока.